Часы с кукушкой, маяк, Челябинский часовой завод, карболитовый корпус, белый циферблат, арабские цифры, маятник родной в комплекте, гири парные одинаковые, цепь полноразмерная до самого пола. Сейчас проверим, как работает ход и кукушка. Этот смотровое окошко для обслуживания. С одной стороны. Должно быть с другой стороны. Часы снимались в фильме «Часы с кукушкой». Можете набрать в интернете, посмотреть. В самом начале фильма точно такие же часы. Продаваться будет за 3000. Кому интересно, пишите. Ну вот и все, работу проверили.